евангельское повествование, которое мы слышали сегодня. Евангелие от Матфея, 8 глава. К Господу приступает сотник. Ну, сотник – это военачальник. Это был не иудей, язычник был. И просит его, что у него слуга его, любимый, сильно болеет при смерти, чтобы он его исцелил. Хорошо, я, говорит, приду к тебе. Он говорит, да не надо идти. Ты скажи только слово, и он выздоровеет. Ибо я, говорит, небольшой начальник-то, сотник. Но кому скажу, иди, идет. Приди, приходит. Сделай то-то, делает. То есть, слушает. Мы можем так представить. Всегда, когда мы читаем Священное Писание, то мы должны представлять эту, как бы, ну, образную картину. Идет вот Господь с учениками, приходит ему сотник этот. Конечно, он, видно, что военачальник был. И просит. Иди, я приду, говорит, к тебе. Почему так, говорит, расположился Господь к нему? Он его не приглашал, а я приду к нему. Что может так Господа расположить, что без приглашения я приду к тебе? Вот об этом говорит свидетель Анжатаусы. Внимательно только слушайте. Здесь небольшое поучение из беседы его. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Евангелие от Матфея, 8 глава. Некоторые говорят, что он в оправдание свое представил и причину, почему не пришел, не привел его самого. Невозможно было, говорят, привести расслабленного, который мучился и находился при последнем издыхании. А что отрок находился при последнем издыхании, об этом свидетельствует и Лука. При смерти, говорит, при смерти находился. Но, по моему мнению, это означает великую веру сотника и гораздо большую, нежели какую имели свесившие расслабленного сквозь кровлю, так как он ясно знал, что довольно одного повеления, чтобы восстал лежащий, то почел излишним приводить его. Что же делает Иисус? То, чего прежде нигде не делал. Во всех других случаях он сообразовался с желанием просителей. А здесь сам предупреждает желание сотника и обещается не только исцелить, но и прийти в его дом. А это делает для того, чтобы мы поняли добродетель сотника. Заметьте, Господь знал, что он был добродетельный, этот сотник, и его уважали все другие за его добродетель. Вот почему Господь может прийти к нам, когда мы и даже его не приглашаем, зная нашу добродетель. Если мы добродетельны, то Господь дает. Рассказывает такое, что я от себя добавлю, что когда, говорит, ходили, ну, нищие были и побирались по домам, то, говорит, там, где высокий забор и дом богатый, старались, говорит, не заходить туда. А заходили всегда, говорит, в такие, где и собака добрая, там так, что лишний раз и не тяфнет, и хозяины не очень богатые. Там, говорит, больше подавали, дадут какую-то картошку все-таки, а богатым могут даже, говорит, и собаку спустить, еще и палкой подать. Если бы он не обещал этого, а сказал только «иди», да исцелит отрок твой, тогда бы мы совершенно не знали о его добродетели. То же самое, хотя противоположным образом, сделал он и с женой финикийской. Здесь без приглашения, добровольно, сам обещает прийти в дом, чтобы ты познал веру сотника и великое смирение. Финикиянке же отказывает в даре и ожиданию ее как бы не подает надежды. Как опытный и проницательный врач, он умеет из противного производить противное. Так здесь веру сотника открывает через добровольное обещанное пришествие, а там веру женщины через продолжительную отсрочку и отказ. Помните, женщина просила дочь у нее, он говорит, нельзя взять хлеб и
дать в самое. Она что говорит? Господи, да и все едят крохи под столом Господь твоих. Итак, что же говорит сотник? Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Послушаем это мы, намеревающиеся принять Христа. Ведь и ныне можно его принимать. Послушаем и поревнуем, и примем с таким же тщанием. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Причастники, вот благодарим Господа.